если отойти чуть-чуть подальше, вглубь парка, то уже создается полное впечатление, что ты находишься в лесу. Только шум машин, достаточно близких дорог, он в ширину не такой уж и большой, выдает, что ты все-таки находишься в центре одного из самых крупных мегаполисов. Но народу здесь уже значительно меньше. И слышно уже и пение птиц, и иногда, как по кустам белки бегают, можно услышать и увидеть. Вот спустя пару часов неторопливого шага, несколько тепловых ударов и солнечные ожоги третьей степени, я наконец дошел до противоположного конца парка. Несмотря на то, что он в длину, по-моему, километров 5 всего, прогулка достаточно долгой получилась, потому что дорожки по нему достаточно извилистые, по этому парку. Всюду ограждения, газоны, и напрямую его пройти не так просто, по крайней мере, если двигаться посередине. Сейчас, наверное, поедем на Брайтон-Бич или на Лонг-Бич купаться в океане, или смотреть на жизнь русских мигрантов на Брайтон-Бич. Мне от Брайтон-Бич до Дерипасовской через океан подать рукой. Между Брайтон-Бич и Дерипасовской разницы нет. Потратив примерно полчаса на дорогу и еще час на то, чтобы найти парковку, мы наконец доехали до района, который называется Брайтон-Бич. И, как видите, слово «бич» в нем не просто для красоты. Это действительно пляж на берегу Атлантического океана. Но при этом это еще и деревня, русская деревня, так сказать, в Нью-Йорке находящаяся, в которой проживает очень большая русская диаспора. Насколько я знаю, более миллиона человек русскоговорящих здесь, в Нью-Йорке. И вот, ну, большая их часть сосредоточена именно на Брайтон-Бич. Здесь вывески на русском языке, рестораны с русской кухней и достаточно большие цены на жилье. Потому что рядом океан, в принципе, недалеко до Манхэттена можно доехать. И место достаточно желанное для русских иммигрантов. Hello, Америка, с другого берега ты раем кажешься и выглядишь окей. Атлантик-Сити – это мини-Вегас, который расположен в 200 километрах от Нью-Йорка. Здесь расположено не так много казино, как в Вегасе, и трафик здесь меньше, здесь нету ни одного шоу Дюсалей. Но при этом достаточно симпатично выглядит со стороны. Помимо казино, есть огромный плюс перед Вегасом – то, что здесь расположен пляж. Здесь океан. Берег, и вдоль берега расположено казино, то есть и здесь и климат гораздо лучше, чем в Вегасе, и развлечения в виде купания тоже присутствуют. Вся прогулка по основной части Броадвока, так называется основная улица на побережье, на которой расположено большинство казино, заняла примерно час. За это время я зашел где-то в 7 казино, чтобы купить фишки. Когда я подбирал себе развлечения на единственный день, который я здесь буду, я не смог найти ничего более-менее интересного, хотя в Лас-Вегасе у меня был бы очень тяжелый выбор между тем, как провести единственную ночь.
вы, наверное, уже догадались, я сейчас нахожусь в Вашингтоне, и сейчас за моей спиной, наверное, один из самых знаменитых памятников Вашингтона. Его построили в честь первого президента США, и до сооружения Эйфелевой башни он был самым высоким зданием. Сам Белый дом в виде достопримечательности оказался очень неинтересным. Здесь просто стоит забор, и куча народу сквозь этот забор стоят, фотографируются. Вот прямо здесь, на территорию президентского парка, никого не пускают. Но, наверное, было бы интересно сходить вовнутрь. К сожалению, чтобы попасть туда, нужно чуть ли не через консульство оформлять заявку на экскурсию. А вообще Белый дом, я думаю, интересно было бы послушать эту экскурсию, потому что очень много о нем и слухов всяких, и фактов интересных. Если вы смотрели недавние фильмы про захват Белого дома, должны знать, что там довольно много секретов в нем таится. Но, к сожалению, попасть сюда у меня не получится, поэтому вот так вот только через решеточку поглядывая. Вашингтон – это столица Соединенных Штатов, и ее население составляет 680 тысяч человек. Но при этом в агломерации, которая объединяет себя в близлежащие округи, проживает 5,5 миллионов человек. И по этому показателю она занимает 8-е место в стране. Здесь расположены все три основные ветви власти. И вообще город выглядит немножко по-другому, нежели, допустим, Нью-Йорк. Тут гораздо более все распластано по территории и как-то более просторно, что ли, чем на Манхэттене. Завтра планирую пройтись по музеям, которые вроде как здесь должны быть все бесплатные. Take till he knows that too many people have died. The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Сейчас у меня за спиной находится одна из главных достопримечательностей Филадельфии. Это Independence Hall, здание, где подписали Декларацию независимости США. Было это 4 июля 1700 какого-то года, да. И вот в честь этого события, видимо, на самой крупной купюре США изображено это здание. Independence Hall.